Я иногда хочу стать женщиной. Никита юрист. Да на, смотри, смотри. Никита юрист, а ну. Ах, Валерочка, все меняется. Одно остается неизменным. Ваши стримы. Неолитовая эпоха, так сказать. Ах, Валерочка, слышал тут о краю муха, что вы скоро станете папой. Это вам на подшипник для колясочки, Валерочка. Я, кстати, тоже собрал компьютер 2 часа. Мощный такой, гудит, как паровоз. Да, мощь. i9-10-12K, 28 ядер. Наверное, так, я думаю. Мой дорогой, это Никита Иварич пришел наш. Никита, здравствуй, мой дорогой. Конвульсивой рассталась с парнем. Так, ладно, тихо. Что они там сказали, это все бред. Это все бред. Бред, они все, вот эти вот, они все против меня настроены, понимаете? Потому что я доминирую, у меня власть, а они пытаются эту власть как-то, ну, вечно быть недовольны ей, понимаете? Вот то, что они наговорили, что типа я якобы жду пополнения какое-то. Типун вам на язык, хай Бог помилует. Мне у этого счастья не надо. Я, бля, мужчина серьезный. Я родился на этот свет не для того, чтобы продолжать род и плодиться. Я уважаю и ценю себя как человека. И считаю, что я создан для того, чтобы жить и наслаждаться жизнью, а не продолжать род. Я не инкубатор, я мужчина. Я готов порадовать каждую женщину, которая будет мало мужского внимания, а сделать ее счастливее. А ни о каком осеменении речи быть не может. Я умею управлять им. Я его вовремя останавливаю. Понятно? Вот. Поэтому нет, боже упаси, хай Бог милует, не надо мне. Не надо. Я хочу пожить вольной мужской жизнью, понимаешь? Я хочу быть мужчиной, а не чувствовать себя, что я кому-то что-то должен. Никогда в жизни. Все. Да. Все. Поэтому я, боже мой. Не, я не скрываю тот факт, что у меня есть дети. Это факт. У меня они есть. Я это не скрываю. Ну, там так, знаешь, клячь, как сказать. Ну, блядь. У меня есть двое детей, как говорится. Ну, я их давно не видел, да. У меня сейчас дети нету. Ну как? Один у меня сын, да, есть. Он в Америке живет. А дочка, она, ну, не буду о ней говорить, но ее все знают, пацаны. Вот, известная очень. Поэтому не хочу говорить о плохом, да. А так я мужчина серьезный, если по факту. Меня каждая женщина знает, так. Вот в любой бордель прийти, да, в любую баню прийти ночью, вечером. Все такие, здорово, типа, понял, ну, типа, как со своим, реально. Ну, такое вот реально отношение. Вот, и как будто папа домой приходит. Вот, поэтому не надо говорить вот эти вещи. Да, я это все целиком и полностью осуждаю. Да. Я очень, ну, рад новой песне Ольги Бузовой, Никита Ярич. Вы слышали ее? Как ваши дела в целом? Ну, ладно, я не буду сейчас вам задавать вопросы, потому что подумайте, что бать происходит. Нет, я человек серьезный, я таким вещам не знаю. Я очень рад вас слышать, спасибо, что вы дали себе знать. Спасибо за донат, челу с ником просто так, за 2000 рублей. Спасибо челу с ником СХС за 20 рублей. Будет ли нарезка свой с донатами для Диване? Нет, думаю, не будет. Потому что это было давно, и не знаю, где это сейчас искать.